Это «Золотой Орел». Операция «Преступный арсенал». Российская ЧВК, известная как группа «Конни», производит и хранит химическое оружие, что создает прямую угрозу глобальной безопасности. Ваша задача – уничтожить их объект и захватить тайник с химическим оружием. Вашим командиром будет Филипп Грейвс. Позывной «Тень 01». Если нужен результат, лучше командира нет. 01, слово вам. Есть, генерал. Это десантно-штурмовая атака на занятую Конни обсерваторию Зая. Судя по данным, на подземном уровне сейчас хранится запас химбоеприпасов, которых хватит, чтобы смести Ближний Восток и Европу. Наша основная задача – не допустить этого. Нас ждет 4 этапа. И первый из них – высадка с воздуха. Цель защищена активными ЗРК. Наши самолеты будут под обстрелом, так что потрясет. С других точек выброски тени подойдут к вашей первой цели – одной из 8 вражеских ракетных установок, расположенных по периметру обсерватории. Вы захватите пусковую установку и по моему сигналу начнете прицельный обстрел для подрыва ЗАИ, что позволит нам открыть свободный проход в недра подземного комплекса. Заходите, ищите химикаты, берете как можно больше канистр и бегом к точке эвакуации. Там подберут ваш груз и вас самих. Задание у нас не из легких, но риск стоит награды. Я буду на связи. Ну что, все готовы? Готовы! Спрашиваю, готовы? Готовы! Ладно, тогда за дело. Thank you.
секретная шахта наша. По возможности помогите другим теням с оставшимися шахтами. Thank you.
Появляются тени. Ara giriyoruz. Sizin mi kalıyoruz? Escort. Порядок, идем! Мы наносим точечный авиаудар. Кинул оглушающую! Патроны здесь!
прячется. Отступайте к точкам эвакуации. Повторяю, возвращайтесь к точкам эвакуации. Сейчас же! Чанова така. Канистры в бочке. Весь газ у нас. Контролем. Начали. Эй! С кем ты говоришь? Все чисто. Командир Макаров. Противник уничтожен.